Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим ручной светодиодный фонарь. Моделька LX8455XMLQ5. Вот такое вот длинное название. У него поставляется вот в таком вот кейсе, жестком, пластиковом. Также есть вот такой вот ремешок. И давайте рассмотрим, что у нас внутри. Так, здесь мы видим фонарик, в принципе, небольшого размера. Есть зажим, выполнен полностью из металла, установлен один диод от компании Cree. Вот так это все выглядит. Так, и также есть зарядка для аккумулятора. Вот такая вот зарядочка и сзади вилка. Так, задняя часть откручивается, и здесь мы видим элемент питания. Аккумулятор входит в комплект, емкость аккумулятора 1200 мА. Вот. Ну, если где-то сядет аккумулятор и не будет возможности зарядить, можно использовать обычные батарейки типа 2А. То есть они абсолютно одинаковые по размеру. Так, все плотно закручивается. И вот так вот он светит. Три режима. Это яркий, более приглушенный и режим стробирования. Также есть фокусировка на ближний и дальний свет. Так, и давайте еще одно замеряем. Яркость люксометром. Замер будем делать на самом ярком режиме на расстоянии 50 сантиметров. Ну вот его результат 2000, 20 100 люксов показывает.